В Мирнинском дворце спорта «Кимберлит» состоялись ежегодные веселые старты профсоюза «Профалмаз». На мероприятии побывала и моя коллега Анна Винокурова. Большие гонки. Такое название в этом году получили соревнования профсоюза «Профалмаз». Уже третий раз команды коллективов предприятия акционерной компании «Алроса» и города Мирного борются за звание сильнейших. На этих соревнованиях важна не только физическая подготовка участников. Почти все этапы веселой эстафеты требовали ловкости, логики и хорошей координации спортсменов. Многое зависело и от поддержки болельщиков. Подготовка самая долгая. Мы так тренировались, мы так упорно трудились для того, чтобы наша команда почувствовала нашу поддержку, силу духа, чтобы они воспряли и победили на этих соревнованиях. Поэтому мы, болельщики культурно-спортивного комплекса акционерной компании «Алроса», желаем победы участникам. Конкурс болельщиков тоже добавлял очки командам. Знакомый всем крот с Рудника «Интернациональный» не упустил возможности поддержать своих коллег и на больших гонках. Спортсменка Римма Кирилловна Долбина сегодня тоже болела за свою команду. Очень интересный был конкурс болельщиков, но вот я не могу не отметить Римму Кирилловну Долбину. Видите, она сегодня постаралась, наложила такой искусный грим. И Римма Кирилловна мало того, что является очень активным болельщиком, она вот именно олицетворение активного, здорового образа жизни. Римма Кирилловна у нас в управлении компании является агитатором, спортсменом. 101 год буду жить и спортом заниматься. Большие гонки состояли из трех этапов. После каждого отсеивались три команды с меньшим результатом набранных очков. До финала дошли работники культурно-спортивного комплекса, специализированного треста «Алмаз-техмонтаж» и автобазы Мирнинского горно-обогатительного комбината. На этот раз удача улыбнулась команде «Алмаз-техмонтажа». Они и стали победителями больших гонок. Соперники были у нас очень сильные. Все как бы хотели победы, но мы выиграли. Мы позапрошлом, в 2014 году у нас было 8 место, в 2015 году мы заняли 5 место. И в 2016 году мы хотели первое, мы заняли это первое место. Второе место веселых стартов заняла команда автобазы Мирнинского горно-обогатительного комбината. А бронзу взяли работники культурно-спортивного комплекса. Анна Винокурова, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».